Ксения Собчак сплясала на потанцовке у Филиппа Киркорова под песню «Атлантида». Ксения Собчак и Филипп Киркоров опубликовали в Инстаграм видео, у которого есть все шансы стать хитом интернета. В ролике запечатлен момент, как Ксения примкнула к группе подтанцовки Филиппа во время исполнения песни «Атлантида». Среди составших ей компанию можно также наблюдать Наталью Чистакову, Ионову. Одетые в вечерние платья героини ролика подпевают Киркорову и пляшут как в последний раз, имитируя движения, которые были популярны в школьных дискотеках в начале 90-х. Очевидно, что действие происходит на одном из новогодних корпоративов. «Как вам моя новая подтанцовка и бэк-вокал?» — сопроводил записи Филипп Киркоров выложенное видео. Судя по сегодняшнему мероприятию, если из-за кризиса вести мероприятие звать перестанут, есть шанс устроиться в подтанцовку, сострила в своем аккаунте Ксения Собчак. Понравилось видео? Ставьте ваши лайки, пишите комментарии и делитесь видео с вашими друзьями. Чтобы быть в курсе всех последних новостей, подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!